לא מרגיש דבר. אז אם זום בכברת, הפך ואש לחומץ, תחזיקו חזק, נחיתת אונס. צריך אומץ לשים סוף לאימות, טיפה לחינוך לקומץ, די לאלימות. רמסתם על גבינו אידיאולוגיה ומיסים, טעמנו כבר שקשוקה, אבל איפה הביצים? Всем добрый день и наряд дня к вашему вниманию. Я думаю, это платье все хорошо уже помнят. Я его назвала платье советской учительницы, но оно слегка коротковато для советской учительницы. Ну, в общем, вот такое вот платье. Здесь небольшой рукавчик и длинная нитка жемчуга. Тут у меня вот такой вот халат. По-моему, очень хорошо цвета, вот этот принт. Я очень люблю сочетать разный принт между собой. То есть принт, который, видите, здесь такие легкие, легкая клетка. Здесь, в свою очередь, цветы на черном фоне. Но вот цвет этих цветов и цвет этой клетки, как можно видеть, абсолютно идентичен. Он перекликается совершенно. Черный, как общий, по-моему, совершенно здесь не мешает, потому что на платье не особо видно, что здесь есть небольшие черные полосочки. Бежевые сапожки тоже, мне кажется, очень хорошо в тон к этому всему. Я думала надеть обувь черную, но потом поняла, что, скорее всего, черная немножечко отрежет мне ноги, поэтому я надела бежевые, которые как бы слегка так продлевают общий вид платья. Здесь у меня новая сумочка. Тоже про нее скоро расскажу, какая была эпопея, когда я ее покупала. Вот, так что такой вот наряд дня. Очки у меня авиаторы, очень люблю в этом сезоне авиаторы. Вообще у нас, знаете, сезон темных очков — это 365 дней в году. Может быть, там дней 5 есть, когда пасмурно, но и то как бы все равно надо очки. Поэтому сейчас у меня авиаторы, самые разные, большие, маленькие или круглые очки. Вот это то, что я сейчас очень люблю. И здесь еще у меня такой игривый помпон, как завершение образа. Вот, у нас слегка похолодало, то есть сейчас уже не 30, сейчас 27, так что можно что-то на себя дополнительное надеть. Вот. Такой вид. Всем большое спасибо за просмотр. И будьте модными, будьте классными. Не бойтесь ни в коем случае экспериментировать, потому что многие люди пытаются у нас отобрать эту смелость и желание на эксперименты. Все, всем пока-пока.